только. Вот значит, что на четверку пытается. И особенно важно, что у нее есть вектор глобальный. Значит, что такое вектор личного опыта? Вот возьмем Гарри Бюрицетте. Он известно, что он был римский политик, полководец, он очень много воевал, он знал, как отбирать воинов по личному опыту, как он отбирал воинов к себе в легионе. Я попрошу немножко прерваться. Дело интересное совершенно сенсорным способом. Татьяна Владимирович, да? Одну минутку, я попрошу сейчас прерваться, у нас тут небольшой самой записью возникла проблема. А, хорошо. Хорошо? Хорошо. Мы сейчас буквально на, на минутку. Хорошо.